прошлом году у нас юбилей как раз именно «Северстали» проходил под названием «Живой стали». Они, в принципе, вот эти все три момента и определили наше название данного марафона, который будет, я надеюсь, что он пройдет в этом году достаточно хорошо, из года в год будет повторяться и будет любимым спортивным событием наших горожан. Не будем мы, сразу забегу вперед, не будем останавливаться только на марафонах. Старты будем делать в Череповце постоянно, будем делать и полумарафонские дистанции, и другие забеги, и в том числе придем со временем к триатлоновским стартам, что мне, в принципе, самому дорого. Любой коллектив может заявиться на эти соревнования своей командой. То есть, ну, порядка 5-6 команд уже предварительно зарегистрировалось. Принципы и правила участия очень простые. То есть любой коллектив заявляется, всех своих желающих работников записывает в этот список. Неважно, бегут они 3 километра или бегут 10 километров. Победитель определяется по наибольшему количеству участников, принявших в этом соревновании. Я думаю, что победители получат там памятные призы и сертификаты за то, что они приняли участие.